Потом был второй погром. Вот, рассказывайте. Когда был второй погром? Второй погром был 9 октября. В этом 9 октября уже мы попали все из гетто. Нас уже всех, кого захватили, кто был не спрятан. Нас забрали, родители ввели в тюрьму, опять же снимали ценности. И повели на расстрел. Эти ямы были приготовлены раньше, сами евреи их копали. Детей повели на аэродром, где был этот, где садились самолеты, как это. Не могу припомнить, как это не аэродром, а как-то иначе назывался он. Там были выкопаны две ямы. И детей пускали по дорожке. Стреляли с пулемета. Кто падал в одну яму, кто падал в другую. Так и случилось со мной. Я попала в яму и попала под покойниками, под расстрелянными. Я трое суток лежала там. Потом я выбралась. Пошла в центр города, где была подруга моей мамы. Она была зав детским домом. Рыбальченко Нина Степановна.